Маховик бархатный, съедобный гриб, принадлежащий к семейству балетовые, его также называют матовым, заиндевевшим, восковатым. Некоторые классификации причисляют его к боровикам, внешне они схожи, а свое название он получил за то, что плодовые тела часто растут среди мха. Гриб получил определение бархатный из-за своеобразного покрытия шляпки, которое похоже на восковой налет или слой инея. Внешне он напоминает маховик пестрый, но его шляпка выглядит чуть иначе, на ней нет трещинок, ее диаметр небольшой, от 4 до 12 сантиметров, а форма по мере роста плодового тела изменяется. У молодых экземпляров она имеет вид полусферы, со временем становится почти плоской. Маховик бархатный в основном растет небольшими группами, реже попадаются экземпляры, растущие на лесных полянах и опушках поодиночке, они предпочитают лиственные леса, встречаются под буками и дубами. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.